Приехали в национальный парк. Как тебе дорога сюда? Ну, мы по таким уже ездили, в каньон Тазы. Тут такие же серпантины. В этот раз как-то было страшно. Ну, тут красивые горы. И вот этот хвойный лес, типа, как это называется? Мы ехали, сосновый там лес. Все были эти сосны. И тут холоднее, чем внизу. Ну вообще она ощущается. Тут такой воздух прямо свежий. Такой вот тут план. Я только не понимаю, где мы. Потому что тут, конечно же, все на турецком. Я надеюсь, нам не надо будет подниматься вон туда. Тут такая дорога еще каменная. Вот где-то вон там наша машина. И тут просто вот такая вот дорога. Комаров тут много.
Я прямо тут чувствую змей. Змей. Так что смотрите под ноги. Там еще что-то интересное, но туда мы точно не пойдем. Сейчас я увижу, ради чего мы поднимались все это время. Ну, мы не так долго, на самом деле, минут 20-25-30. Но все равно в гору, по такой плохой дороге, это тяжело. Но тут, конечно, очень красиво. Давно очень мы не видели такой лес, такую зелень. Театр написано. Вот и есть, я имею в виду люди. Театр живописный. Ладно, это того стоит. Да не так уж и долго мы поднимаемся. Полчаса где-то, наверное. Тут красиво. И огромный город. Такой вот тут античный колодец. Это что значит? Пять частей. А, ну там какая-то пещера внутри. Да, они тут воду, видимо, хранили. Там такая арка. Причем там арки, видишь, тут арки. О, там что-то строили. Там прям арка целая. Да, так там тоже было, я про это и говорила. Там видите. О, пошли ягодки. Что ты, не надо ее есть? Давайте узнаем, что это. Нам Google скажет. Не скажет, здесь нет сети. Если только сфоткать, они потом... А, вот вот. Она смотрит. Вот тут такая огромная-огромная зона для пикника. Тут просто, наверное, столов, не знаю, 100. Она там дальше продолжает. Ты мечтала жить в таком всегда? Да.
Блин, тут закрыто вообще-то. Конечно, все сломано, но тут закрыто. Просто вид на гору. Прикинь, то есть мы ездили в этой Лосево, мы заплатили да. Сколько? Я не знаю, сколько мы заплатили. Сколько-то там тысяч рублей. 6 или 7 тысяч да. На аренду беседки. Здесь ты приходишь, по $1 с рыла и делаешь, что хочешь. Так выложи бесплатно. Выложи такие столы с мангалом бесплатно. Да, в общем. Есть, и тут есть можно заплатить 20. И никого нету. Просто весь лес твой. Но все равно ты можешь вот туда пойти. Надо прям, да. Прям надо, не знаю. Вот тут семью целую турецкую кормить. Естественно, тут бесплатный туалет, потому что мы уже заплатили за вход 20 лир с человека. Но как бы это очень дешево. Учитывая то, что это заповедник такой. Заехали в небольшой город, чтобы покушать. У меня подгорела шея. Ну и так видно, что ты... Лук не чищенный. Фанталистку какому-то айфону подключу. Такой вот домик. Но в целом городок приличный, аккуратненький. Конечно, есть всякие заброшенные моменты. Главная улица города. Ты вон туда выйдешь, там сразу. Ну, чуть-чуть туда, какая-то помойка, но в целом... Был дом, его снесли, либо он сам развалился, будет новый строить. Типичный турецкий город, как и все остальные, очень похожи. Крыша зато у них приличная. Крыша красивая. Такая подсветочка мощная. А я фото не делал, я видео делал. Там про видео не было ничего. Ну, тут северный, как во всех пещерах, в которых я был. Я был в одной. О, тихо, я видел ее. Я видела, наблюдала. Мы тут вообще единственные. Там компания турков, которые просто едят. Ну да. Но они хозяин. Хозяева пещеры. И мы. Ой. Ой. Что, пролетело? Да. Она прямо около нас. Я не знаю, мне кажется, я опять не сняла. Тут летучие мыши летают.
мега-камере вообще ничего не видно. Они над нами кружатся. Ефим. С нами пытаются разговаривать на турецком. Вы что-то поняли? Мне кажется, он спрашивал, откуда мы. Вот так выглядит парковка. Тут просто никого нет, кроме кошки. Персональная кошка, которая нас провожает. Встречает, провожает и ждала нас у выхода. Мы так тепло оделись, подготовились, но пещера была не холодная даже. Ну ладно, ну красивый вид. Так, она слишком грязная, чтобы ехать в нашем Фиате. Гибриде. Ты, типа, ее взяла с собой. Приехали на вторую пещеру смотреть. Но пахнет эта штучка очень неприятно, какими-то моллюсками. Тут есть вот такие лестницы. Это означает, что туда можно спуститься. Видимо, тут реально можно. А, не видишь, закрыли. Туда не спускает. Ну вот здесь можно, типа ноги просто мочишь и все. И тут типа какая-то супер минеральная вода. Полезно. То есть мы попали сюда за бесплатно, тут еще и плавать можно. В Германии, вот тут также есть душ, который можно принять после бассейна. Но бассейн сейчас закрыт, правда? В этом парке мы тоже одни. Больше никого нету, кроме двух собачек. Нас пустили сюда бесплатно, хотя там было написано, что по идее. Ты думаешь, это мама собака? Они же разные породы. Там была написана цена, но она спустили бесплатно. Нас везде в пещеры провожают охранники. Там был охранник кот, здесь охранник собак и щенок. Так что идем смотреть. Тут просто в дырка. Типа. Да, там в Карелии тоже было похоже. Там, а там были водопады в Карелии? Ну, в пещере. Не помню. Ну вот это целебная вода. Ну тут пахнет этой серой. Ого, как там странно. Блин, там мокро очень. Да нет, мокро очень, вон там.
Тут жарче, чем на улице, и очень сильная влажность, и очень громко. Там дальше ничего не видно, и там еще больше воды на ступеньках. Тут просто очень много воды. Вот тут пешеходная зона, и просто вода выливается. Я не знаю. И Ефим снял просто обувь. Вот это прохладно. Но тут намного теплее, чем на улице. Потому что вода теплая, вода градусов 30 или 36 вроде. Тут такое подземное озеро. Там погас свет на секунду. Ну как тебе? Супер, очень круто. Я бы тут поплавал. Я не знаю, как показать, но в общем тут такие вот лужи и есть углубления. И я стараюсь идти вот так вот, чтобы не мочить ноги. Но вода, конечно, идеально чистая. Но тут очень пахнет так неприятно серой. Это соль? Наверное. Но вода не соленая. Вода не соленая, они попробовали. Но это, видимо, там пол такого цвета голубого. Мне кажется, это не сама вода. И тут такой еще мох. Вода, видишь, очень прозрачная. Она очищается под землей там. Но тут странно, конечно, что тут вода там, где нужно ходить. Но вот это очень прикольно выглядит. Написано не плавать. Хотя очень-то хотелось. Ну как тебе? Мне супер понравилось, очень красиво здесь. Пойдешь завтра купаться? Ну, в те пойдем. Максим, как тебе пещера? Пещера топ. Она еще и бесплатная. Ладно, возможно... Нет, нам надо спросить, сколько надо платить. Максим переживает, что мы сюда бесплатно проникли. Но мы такие едем. Мы такие едем и думаем, ну как-то странно, может мы не там маршрут поставили? Потому что ну, мы просто едем, как бы тут поле. Как бы есть горы, но они достаточно так далеко. И оказывается, что и пещера это просто дырка в земле. Да, яблоко. Мы не будем собакам давать. Собаки, яблоко. Это большой собаки. Будешь яблоко? Вот теперь ты его и будешь есть после собаки. Ты будешь яблоко? Так он не будет силиконом, надо разломить. О, один будет. Дай кусок откусить. Не буду я давать кусок. Зубы себе сломает, посмотри, он не может. Надо как теннисный мяч. Она сейчас догадается его раскусить и все. У нее даже не хватает рта.
Вот, видишь, все хватает. Нам уже заспойлерили. Все по мукале, но на видео не... Да он хочет рекламу тебе дать, едь быстрее. Он же попросит денег за эту карту. Чего восстанавливаюсь? Ну да, там ходят люди. Вот, приехали в распиаренное место. Сразу платные упаковочки. Очень редко тут. Вот такой вот вид открывается. Нашего отеля. Тут должен быть бассейн, но он не работает. Шикарный отель. Но тот, который я выбрал, был бы лучше. Нам предложили два номера здесь, кстати, взять, но мы отказались. Мы застеснялись. Но у них просто пустой отель, они поэтому... Вообще, они даже не знают, что я заплатил, у них не показано. Я им просто скриншот показал в телефоне. Они такие, да окей. Они рады, что хоть кто-то к ним пришел. Неважно, платно или бесплатно. Вот такой вот тут чил. Нету никого, кроме нас. Ладно, вон там какой-то еще дворник ходит. Ну и вот такой внизу вид. Тут полное объединение с природой. Там просто гнездо аиста прямо на куполе. Тут прям очень близко горы. Мне прям нравится этот городок. Но тут есть даже рис добавили. Такие у меня шашлычки куриные. Это термальный бассейн. Вы чувствуете оздоровление? Да. Я чувствую, как весь мой загар начинает отстыкать. Тут сидеть можно, скажем, и вот смотреть, видишь, видно. Правда, там все в этой зеленой. Тут не видно даже. Есть, но почему видно? Ну, тут не видно воду. Не видно, где что мы плаваем. Вот вода. Так, только не надо пускать ее. А ты что-нибудь будешь нырять? Нет. Я тебя на видео снимаю. Термальные источники.